Здравствуйте. В прямом эфире главные новости. В студии Виктория Панина. Орловщина празднует 72-ю годовщину Победы. Праздничные мероприятия в данный момент проходят на всех городских площадках. Патриотическому настроению горожан не помешала пасмурная и холодная погода. Старт мероприятиям был дан после традиционного возложения цветов и гирлянды к стеле воинской славы. В нем приняли участие представители областной и городской администрации, депутаты Государственной Думы, ветераны и учащиеся образовательных учреждений. Также собравшиеся минуты молчания почтили тех, кто погиб в самой страшной войне. Одним из главных мероприятий сегодняшнего дня стал парад войск Орловского гарнизона и юнармейцев на главной площади. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске новостей в 15 часов. Накануне Дня Победы мэр Орла Василий Новиков встретился с ветераном Великой Отечественной войны Афанасьевым Леонидом Сергеевичем. Я имею честь сегодня, в преддверии такого знаменательного дня, как День Победы, поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, всех человеческих благ. Спасибо, спасибо за память. К началу войны Леониду Афанасьеву было 15 лет. Во время оккупации его арестовали за связь с партизанами. После освобождения Брянска, где жил ветеран, он работал в газете «Брянский рабочий». В ноябре 43-го года был направлен в 72-й запасной стрелковый полк в подразделение специального назначения по ликвидации диверсионных групп противника. Победу встретил в поезде перед Литвой. Я выскочил, упал на землю. И вот слезы. Я не плакал, я рыдал. Слезы текут, я рыдаю. Целую землю. Леонид Афанасьев награжден медалью за боевые заслуги орденом Отечественной войны. Накануне 9 мая в Болхове открыли памятник героически погибшей Софье Аракчеевой. Появление бюста стало инициативой учительского сообщества и родственников партизанки. Виктория Иркова с подробностями. Софья Аракчеева – выпускница Болховского педагогического колледжа. Именно поэтому бюст героически павшей учительницы-партизанки появился на его территории. В 1942 году фашисты расстреляли ее на околице села Паньшина, где она учительствовала до войны. Перед этим ее зверски пытали, но она не рассказала, где находится партизанский отряд. Это, на мой взгляд, еще один пример справедливости, которая сегодня не хватает в нашей современности. Памяти павших будем достойны, слышалось от участников митинга. Вот и Софья Аракчеева. Будто бы для нее обыденным поступком совершила подвиг, который будет в веках. И сегодня у нас на Болховской земле открывается памятник ей. Установку памятника поддержало педагогическое сообщество России и правительство Орловской области. Не один год прошел с момента зарождения этой идеи до торжественного открытия. Кстати, Софья руками московского скульптора Сергея Полегаева переделывалась 5 раз. В этот знаковый год губернатор Орловской области, коммунист и однопартиец бесстрашной мученицы Орловской земли, Вадим Владимирович Потомский изыскал возможность открытия памятника учителю-герою Великой Отечественной войны. Светлана Дробышева, редактор журнала «Школа», гимназия и лицей, внучатая племянница мученицы. Сегодня она пытается знаменитую родственницу представить к награде Героя России. Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной». В череде праздничных мероприятий в стенах библиотеки Бунина была организована встреча с участниками военных действий 41-45 годов. На ней присутствовали представители областного ЗАГС Собрания и молодежного парламента. Мы все встанем в ряды бессмертного полка. Мы пойдем под портретами, принесем портреты наших героев, дедов, отцов, матерей. С нами рядом пойдут наши дети, с нами рядом пойдут наши внуки.
Так было и так будет всегда. Очевидцы событий еще раз напомнили орловской молодежи, какой ценой досталась победа. Когда встретился Сталин с Жуковым, он спросил: так что, Жук, будем сдавать Москву? Жуков сказал: нет, Москву сдавать не будем. Но он уже к этому времени дал команду Сибири и Востоку отправить несколько дивизий под Москву. За особый вклад в развитие патриотизма в регионе и в преддверии 72-й годовщины Победы областные власти отметили воинов почетными грамотами и благодарностями. Прошло 72 года, а следы боевых дорог все еще напоминают о тех страшных годах Великой Отечественной войны. 8 мая закончился первый этап вахты памяти. В минувшую пятницу в Троснянском районе прошло перезахоронение найденных бойцов Советской армии. Почему Тросна считается малым городом воинской доблести? И скольких бойцов подняли поисковики за первый этап вахты памяти, расскажет Анна Маричева. Уже давно отгремели последние выстрелы войны, но на этих территориях до сих пор находят погибших во время Великой Отечественной. За первый этап вахты памяти в Троснянском районе было поднято 27 бойцов, уничтожено 40 взрывоопасных снарядов. Работали здесь почти 300 человек. Кроме орловских поисковиков приехали отряды из Курска, Кургана, Ханты-Мансийского автономного округа, Рязани и Москвы. В этом году нам предстоит вместе еще провести два этапа вахты памяти. Второй этап состоится июль-август 2017 года в преддверии дня освобождения Орловской земли от немецко-фашистских захватчиков. И третий этап – это октябрь 2017 года. К сожалению, ни одного из найденных опознать не получилось. Советские солдаты медальоны заполняли достаточно редко. Примета такая была: если заполнишь, обязательно погибнешь. Информации как таковой неоткуда уже взять. Участники войны уже не могут ничего показать, потому что их не осталось. Вот, работали по картам, работали на удачу, работали на приборы. Поселок Тросна Орловской области является малым городом воинской доблести. В этот список входят Вяжи, Кривцово, Алексеевка, Верховье и Ливны. К Тросне было стянуто очень много сил и советским командованием, и противником. Это знаменитая Курская дуга. В немецкой оккупации оказались Орел и Белгород. Шоссе Орел-Курск явилось единой осью наступления и для нас, и для противника. И эта ось проходила через Тросну. Некогда поле сражения, теперь же густой лес и высокая трава. Но ничего не проходит бесследно. Здесь был северный фас Курской дуги. Окопы рыли в несколько линий. Оттуда, с севера, из Орла шли немцы завоевывать Курск. Напоминанием о кровопролитных сражениях остались заросшие окопы с ямами от взрывов снарядов. В Троснянском районе шли ожесточенные бои. И даже спустя 70 лет здесь на каждом участке можно найти память о тех событиях. Поисковики с каждым разом находят все меньше бойцов. Это говорит о том, что их работа не напрасна. И все больше героев, отдавших жизнь за нашу свободу, становятся найденными. Анна Маричева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». На этом не прощаемся. Следующий выпуск главных новостей смотрите в 15 часов. Расскажем о том, как развиваются события этого праздничного дня в Орле.